Здорово! Вот это первое видео, мне даже сказать-то о нем нечего. Скажите, а как вы будете проводить это лето? Довольно-таки плохо. Довольно-таки плохо. Эта фраза меня каждый раз веселит. Хотя дальше следует очень интересный набор предложений. Очень приятно. Мне очень нравится, между прочим. Люди настроены на лучшее. Вот. Прям с листа читает. Или дома заранее весь текст выучила, чтобы как Пушкина в школе у доски рассказать. Но дело в том, что ее не вписали в финальные титры. Но народ ведь должен знать имя своего героя. Поэтому она поступила очень интересным образом. Это Люба говорит. Вот и все. Сказала свое имя посреди предложения. И хуй теперь вырежешь. Как говорится, хочешь жить, умей вертеться. И все будет хорошо. Дай бог. Бля, народ, что за пиздец творится? Забудьте о беззаботном будущем своих детей и внуков, потому что следующее видео поведает нам о жестокой реальности. Повышает настроение и улучшает аппетит. А можно мне? Хочешь? Да. А хуй, тебе еще 18 нет. Я давай. Не хочу. Давай. Прямо открывай рот, не бойся. О, здорово. Вот так. Класса. Ну не пиздец ли? Детей скуривают уже в начальной школе. Думаю, для драматичности можно еще и подходящую музыку подставить. Ты должна это попробовать. Так, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Вы слышали, как он это сказал? Ты должна это попробовать. Это лучше, чем 10 оргазмов одновременно и прыжок с парашютом. А это не вредно, кстати? Нет, это улучшает аппетит. Поднимает настроение и улучшает отметки в школе. Так что перед каждым уроком нужно обязательно дунуть. А если еще и вместе с учителем, так он тебе и пятерки, и шестерки, и солнышки, и елочки поставит. Мне еще очень нравится, как он под конец ведущую заебал. Да, повышает настроение. Да по ней и так видно, что ей предыдущего раза хватило. Ну и напоследок. В компьютерных и ролевых играх этот игрок отвлекает атаки противника на себя, предотвращает нанесение урона слабо защищенным персонажам. Всем вов и ладва, пацаны. Ну вам уже понятно, что нормального ответа на этот вопрос мы не услышим. Так что не буду тянуть. Как такой игрок называется? Может, бортмеханик? Какой, блядь, нахуй бортмеханик? Ага, бегает с ключом гаечным, да атаки на себя отвлекает. Да нет. Жаль. Мне тоже жаль. Такой игрок называется танк. Вот вас не бесит ведущий? У него там все на листочке написано, так он еще и издевается. Мне, кстати, очень нравится жест игрока по имени Игорь. Типа, в пизду. Я в МРПГ не играю, только в КС на Дедасте. Это был Плюс 100-500. Меня зовут Максим. Пока.